в бассейне. Треть бассейна — это вот вода от снега, талая вода. Пока еще мы не запускали, эту воду будем откачивать, мыть бассейн. Местами, скорее всего, придется устанавливать бетон там, где... Ну, вот это архитектурный бетон, там, где отвалился. И после этого заполнять уже чистой водой. Собирать систему полностью. Ну, только-только пошли теплые плюсовые температуры. Ночами еще может быть минус. Мансур, конечно, ждет воду. Закупили мы всю химию на лето, целиком на лето. И хлор закупили. Да, Мансур, чтобы у тебя бассейн работал, чтобы была чистая вода. Птицы стрекочут. Снег практически везде растаял. Гон, похоже, этим летом, в этом году начнется раньше, чем обычно. Да, Мансурк. Ну а мы готовимся к летнему сезону. Вообще, к этому году. Из таких новостей, вот буквально на неделю установили погреб. Погреб для хранения продуктов медведя. Вот Мансур пошел. Давайте я вам покажу, расскажу, как, что и чего у нас. Вот таких. Это у нас насосная, это колодец здесь. В общем-то, место, откуда мы воду брали первоначально. Ну, как видите, плюс здесь вся система обеспечения бассейна стоит, смонтирована с автоматической станцией подачи реагентов. Совсем воды в колодце много. А еду мы храним вот в таких, на стеллаже. Холодильник у нас еще. Два холодильника всего, один на кухне, один здесь. Ну и храним в нем. И вот в таких пластиковых боксах. К сожалению, у нас здесь атаковывали крысы, которых пришлось травить. Часть еды была повреждена. Ну и плюс летом самая большая проблема, что... Ладно, можно, сейчас мы можем пластиковыми боксами все это, конечно, обойтись. А вот летом начинается проблема... Тепло. Все в холодильник не запихнуть. И овощи... Фрукты начинают портиться. Поэтому было принято решение, что нужно нам погреб. Заказали мы пластиковый погреб. Который смонтировали. Пока им пользоваться еще нельзя. В эксплуатацию он будет введен где-то через месяц. Ну вот... Видите, какие у нас тут стройплощадка, подтопы еще
растаял снег, а вот, вот это погреб у нас для медведя. Ну, вот эту территорию благоустроим. Так. Вот видите, распорки стоят, еще тут постелена геоткань. И внутри вода. Залит бетонный пол. А вот такая огромная куча земли осталась. Ну, землю мы, конечно же, приспособим. Медведю в вольер она пойдет. Плюс здесь подзасыпать. Еще нужно будет сформировать аккуратный холм. Ну и Мансуру вольер на берлогу. Здесь будут храниться продукты для медведя. Овощи, фрукты. Летом в жару позволит нам, в общем-то, сохранить продукты. Плюс в сезон осенью мы сможем в большем количестве закупить яблоки хорошие. Что-то в саду вырастет, я надеюсь. Да, Мансур? Вот. Ну и сейчас вот рассматриваем. Непонятно, что будет осенью. С деньгами совсем. Рассматриваем возможность высадки картофеля. Потому что медведя надо кормить. Вне зависимости ни от чего. Да, да, тебя надо кормить, Мансур. Допустить, что ты будешь у нас голодный, нельзя. Ты наш красавец. Ну, давайте пойдем посмотрим, что у нас с сада. Снег растаял. Пока еще деревья все спят. Ну, надеюсь, в этом году мы запустим наконец-то в эксплуатацию систему автополива. Видите, вот форсунки, которые шланги, форсунки, которые около каждого дерева проведена такая с бочки. В бочке вода согревается, чтобы холодно не поливать. И дальше пока в ручном режиме, ну, я думаю, автоматику мы тоже сделаем, чтобы каждое дерево у нас поливалось. Получать такие яблони у нас есть. Получать хороший урожай. Видим следы мышей, дороги, которые здесь были прокопаны зимой. Вот эту часть сада мы грунт завозили, выравнивали, потому что, ну, целая проблема косить. Здесь пока не знаю, хватит ли у нас сил на это выровнять. Ну, но надо будет делать. Вот. Хорошо видна система автополива, подведенная под каждый куст. Под куст, под дерево. И дороги. Дороги мышей. А вот это у нас сирень. Уже почки набухли. Надеюсь, скоро пойдет распускаться. Тоже подведен автополив. Надеюсь, ей будет хорошо.